Товарооборот Беларуси и Грузии может достигнуть 200 миллионов долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кабахидзе. За последний год взаимная торговля выросла на 60%. В Кавказском регионе уже представлены гиганты нашего автопрома – БелАЗ, МТЗ, МАЗ. Белкоммунмаш и Штадлер Минск ведут переговоры о поставках пассажирской техники. Президент Беларуси в первом полугодии 2018-го планирует посетить Грузию.